Вместе с горожанами по улице Красной прошли глава региона Вениамин Кондратьев, председатель краевого заксобрания, депутаты, вице-губернаторы и мэр кубанской столицы. На первомайскую демонстрацию руководитель края пришел вместе со своими детьми. Как отметил Вениамин Кондратьев, этот праздник любим всеми поколениями и может по праву называться всенародным. Это начало весны, это радость, это надежды, это единство. Это одна огромная большая семья, которая сегодня может на этой улице, самой главной улице нашего края, пройти и показать, и сказать всем: мы вместе. Традиции достаточно сильны, это радует. Сильны традиции, значит, живая история. Живая история, значит, у нас есть будущее. Участники праздничного шествия несли в руках флаги, цветы и шары в форме голубей. Это символ мира. Чтобы отметить Первомай, некоторые специально приехали в Краснодар. Например, в колонне вместе с горожанами прошел народный артист России Валерий Баринов. Я вообще люблю очень и Кубань, и Краснодарский край. И каждый раз он мне дарит какие-то новые ощущения. Вот у меня сегодня такое ощущение возвращения в юность. Под знаменами и флагами по центральной улице города проследовали представители политических партий, профсоюзов, ветераны труда, студенты, медики, строители, спортсмены и работники культуры. Всех их Вениамин Кондратьев приветствовал уже с трибун на Пушкинской площади. Отдельной колонной прошли волонтеры, ведь 2018 объявлен годом добровольцев. В небо молодые люди выпустили сотни символических голубей.